Ежегодный интерактивный обучающий проект факультета политологии ГАУГАН «Я выбираю» отмечает свой 10-летний юбилей. В этом году он пройдет в формате игры «Дума политологов». Напомню, в рамках проекта «Я выбираю» студенты на практике пробуют свои силы в полном цикле избирательной кампании, узнают о хитростях и правилах политических технологий и методах публичной дипломатии. В этом году стартует 10-й сезон нашей игры. Для меня, как преподавателя, важно, что эта игра – это серьезная политтехнологическая работа. И я рада, что вот за 10 лет наш небольшой факультатив политических технологий перерос уже в большой проект. Но для нас самое главное не масштабы. Для нас самое главное, что студенты получают практические навыки ведения политических кампаний. Причем они проходят все этапы от момента регистрации выдвижения кандидата, заканчивая избирательными процессами, да, выборами. И в этом году к нам присоединяются юридический факультет, у нас организованы такие структуры, как суд, прокуратура, Центральная избирательная комиссия. Подводя некий такой промежуточный десятилетний итог, я могу сказать, что эта игра очень выросла, и из обыкновенного факультатива политических технологий она превратилась уже в серьезный межвузовский проект. И уже в 2016 году игра получила премию «Общество знания», в 2018 году грант в «Росмолодежи». И то, что сегодня участников игры будут приветствовать ректор ГАУГНа и депутат Государственной Думы, это свидетельствует о том, что такие технологические, педагогические нововведения очень нужны. С этого года чуть-чуть вместе с Оксаной Анатольевной мы попытались так вот его не глобально переформатировать, но добавить юридической составляющей, социологической. Я думаю, это все заработает, все это увидят. Вот, я желаю удачи. Для того, чтобы эта игра получилась, студенты, которые играют в эту игру, должны иметь очень серьезные, фундаментальные, основательные знания. И наш вуз ГАУГАН эти знания студентам дает. Практика, она тогда актуальна, когда есть теория. Вот теорию они прошли, но теперь наступает время практики. Я желаю всем кандидатам хороших выборов. Мы идите вперед, это самое важное. Цель, мне кажется, таких игр – это никакая не игра. Это просто моделирование тех ситуаций, с которыми вы будете сталкиваться в дальнейшем, в публичной политике, в тех вопросах, с которыми вам предстоит встретиться. Не бойтесь ничего.